Спонсор видео — магазин цифровых товаров zakazaka.com. Лучшие цены на компьютерные игры и не только. Гарантия 100% и моментальная доставка, а также ежедневная раздача дорогих игр и конкурсы. Zakazaka. Ссылки в описании. Всем привет, дорогие подписчики, зрители и, конечно же, гость моего канала, ребята. Я Дим Федоров и снимаю для вас Агарики Фуджи. Играю сегодня с Жекой, поздоровайся. Всем привет, друзья. Помогает нам Килжит, поздоровайся. Здорово. Мой любимый минер. Да. Желание наших Агарики Фуджи, как мы и планировали, уже будет для выполнения. То есть никакой там ни кристаллы, ничего, ни деньги, ничего. Обычное полный желание. Трешак. Полный трешак. Трешовая. Давай, ты объясняй, ты придумал, ты объясняй. Короче, на самом деле, ребят, надо выпить 3 литра молока. Но Диман, ты вообще не сечет фишку, что, ну, во-первых, это и так будет сложно, а во-вторых, когда ты пьешь много молока, там что-то у тебя начинает, ну, какая-то херня творится, и ты, короче, ну, это вообще практически нереально. Диман там весь облюется, обосрется, но... или я. Так вот, короче, я надо выпить тупо 3 литра молока, ну, как бы неограниченное количество времени. Вот поставил ты камеру, вот сидишь ты и пьешь. Хоть неделю пей, короче. Ходить нельзя. Тазик поставил, блеванул. Квадратиками залепил, чтобы не очень так противно, стыдно было. А, вот. Потом дальше сидишь, пьешь. Вот. Все. Не выпил, удаляешь канал. Все, короче. Какие микс проиграешь? Да. Микс будет удалять канал. Я не проиграю, Дима. А, так вот, ребята, у нас мин уже расставлены, поэтому нам нужно определиться, кто будет догонять, а кто будет угонять. Давай, ребята, сразу аптеки. Готов? А, писать чат, да? Да. К, М или Б. Раз, два, три. Ах ты днище. Я, короче, догоняю. Диман, сразу говорю правило. Стрелять друг в друга можно, понял? Можно? Окей, хорошо. Все, окей. Откуда смотри. Начинаем? Подожди. Нафига он поставил? Килл, нафига ты здесь поставил мину? Чтоб начинали. Эй, слушайте, как ты херово начал. Я беру. Да я уберу их. Ты смотри, где у меня рез, днище. Прям тут. Прям там? Я уберу мины эту. Где ты резнулся? Я резнулся рядом. Почти рядом. Нихера себе рядом, чувствую, сейчас 4 мины соберёшь. А где ты резнулся? Ну-ка, дай тебя приведу, а то ты как сейчас днище взорвёшься. Да все, он уже едет. А тут ни одной мины я не встретил. Вообще ни одной. Да вон он с угла едет, блядь. Вообще ни одной мины не встретил. Вообще ни одной не вижу. А, вот одну заметил. Ах ты, козёл. Он сейчас уже все мины будет знать, какой толстый. Я ни одну мину, я точнее одну мину заметил и все за... Ой. Да что ты говоришь? Я тебе поаплодирую. Ах ты, типа, сука. Я здесь рез. Поехали, Микс, пускай он еще 2 мины доставит, которые я спалил. А, ну он уже поставил. Он уже поставил, говоришь, давай. Чё дальше? Откуда, что, куда, когда? Микс. Ну смотри, ты вот так встань около... Вот, вот так встань прям. Вот, да, вот так. А я тут. Окей, и ты догоняешь меня, я, да? Я первый догоняю. Саня, с тебя время. Время 3 минуты? Да, судим по твоему монитору. То есть если ты дотронулся, а реально дотронулся по твоему монитору, то... Я понял, дотронулся. Да, это я знаю. Угу. Я некоторые если такие... Если я до тебя дотронулся, Диман, если я до тебя дотронулся, ты сразу говоришь, дотронулся, понял? Окей, хорошо, все, без давай. Проблем. Саня. Так, я считаю, стрельба. Стрелять один, можно, да? Все. Угу. Давай. Три. Ты готова еще раз? Да. Все, окей. Три, два, один, поехали. Короче, мы еще, ребят, тут на днищенских красках, потому что Димана нет. У меня нету краски нормальной, да, ребят. Капец, Димана нет. А, я не судил. Я, главное, еду за Диманом, собрал уже 3 мины. Ты был близко. Кто, я? Я Микс. Блин, я манал. У меня так аптеки кончатся, у меня 18 аптек осталось. Чё-то Микс больше, чем ты собирает. А еще больше то, что он меня бьет. Ах ты урод! Ах ты козел! Догнал. Догнал? Догнал. Ну и че, стой, ну куда вы поперлись-то? Да все равно уже все мины полили. Короче, я теперь догонять тебя, получается. Ну так а что мы сделаем? Как побеждать самых хитрожопых, кто спалил все мины? Да как, а как? О, я здесь резп. Отлично. Я убегаю теперь, брат. Да. Куда ты? Иди на ту половину, убегаешь, и на той половине сидит. Ты чё, блин, опасный такой парень, что ли, все знаешь? Саня, он еще мины доставляет. Ну, блин, красавчик, да вообще, у меня 18 мин. У меня 18 аптек. Думаешь, я... Мне хватит? Купишь. Чтобы молоко не пить, купишь. Ну, будешь без аптек.
А получается до двух побед, да, или что? Или если, сколько? Если убегающий подрывается до трех, если убегающий подрывается на мини, убегающий полностью умирает, то он проиграл. Если ага. догоняющий умирает, то можно дальше догонять. Я понимаю. До трех побед, давай, да? Давай, Сань, да. Давайте. Сейчас. Ты готов? Да. Три, два, один, поехали. Мы едем после слова «поехали» или после три, два, один? Поехали. Это что такое? Слушай, ты типа самый умный, да? Зато здесь мин нет. Я что-то даже не задумывался, что там можно мин оставить. Не игровая зона же. Да какая разница? Не, ну ты вообще красавчик, я думаю, нал. Главное сейчас... Блядь. Ты писюн старый. Да иди ты нахер. Подгоняешь меня, молодец. Подгоняй меня. Мейт. Чё? Что, брат? Мины, я ожидаю мины. Я выбрал новый путь, и это очень зря, наверное. Тебя как тебе жесть пронесло. Ой, Дима, красава. Я еще между этими двумя проехал, Саня. Ну, повезло. Дико повезло. Догнал, догнал, догнал. Да как он? Как, блядь, как он встал? Я думал, он в минусе уже прятаться нет, решил. Нет, он... Пиздец. Чё, 1-1? Да. 1-1. Так, Микс, самый шажай, ты здесь будешь лес. Чего? Куда ты поехал? На базу. Блядь. Ой, господи, а господи, чё? Конечно, все мины пропалил, большой красавчик, ёпта. Нет, да. Ты... 18 минут, 18 аптек у меня еще. Ты теперь меня догоняешь, получается, да? Сань, готов? Да как ты? Я бы убегал спокойно еще 4 недели. Сань, готов? Давай, Сань. Готовы? Да. 3, 2, 1, го. Диман, ты просто хорош. Хочешь прикол, Диман? Оп. Поехали обратно. Так, Диман, смотри, 2-1. Если я сейчас убегаю, ты пьешь молоко. Я понимаю. Задолбал стрелять. Давай, Сань. Кстати, готовы? Да. 3. Сейчас, секунду. 3, 2, 1. Поехали. Ух! Жизнь без сюрпризов, да? Я что-то думал, по большому мосту будете больше не идти. Диман, иди в жопу от меня. Да капец! Чё, за... воткнулся куда-то? Нет. А чё сделалось? Не скажу. А вон, нифига ты хорош. Брат, ты просто хорош. Ты тип тоже. Боль пронесла. Блять. Диман, иди в жопу, я тебе говорю. Я просто тебе сразу говорю, иди-ка в попку. Смотрите, какой хитрец, блять, мудрец. Ай, бля. Ай, бля. Ай, бля. Ай, бля. Ты задолбал стрелять. Да писец! Так, отлично. Я манал. Где он подорвался? А-а-а. Как ты убился? Там же подряд было. Кажется, кто-то аптеку сэкономил. Сань, сколько там времени?
Ща. 58 секунд. Осталось. Чтобы ты подорвался, Микс. Нет. Догнал. Два-два. На свою же, блядь, на свою же хуйню попался я. Да, два-два получается? Мам. Получается, сейчас, если я уеду, то все? Да, ты выиграл, сейчас, да. А если я догоню, то я выиграл. Ой, я люблю такие моменты. Сейчас, подожди, у меня нитра прогорит, подожди. Три литра молока, бля, я же сдохну. Готов, Сань? Да. Один. Да. Три, два, один, го. Дима, пока ты говоришь гол, мы уже едем спокойно. Окей. Ваш право. О, Дима, хорош, новый путь выбрал, молодец. Здорово. Привет. Как дела? Спасибо. Сань, сколько? Да мне кажется, еще мало на самом деле. 2 минуты еще. С копейкой. Да капец! Догнал, да? Да, догнал. Сука, дебил. Сейчас. Что, ты горишь? Нихуя себе. Ну чё, не валишь? Я манал. Вот одна твоя смока. Я уже собрался в магазин идти, короче, к молочку. Вот одна твоя смока, блин. Здесь я погорячился, что... Мне кажется, хотя... я просто в Агарге Фуджи, я такую мамку его скию. Да, повезло пацану, блин, вообще, братан, ну капец, как повезло. Короче, ладно, все, не будем затягивать. Переходим к просмотру. Когда будешь пить? Переходим к просмотру. Своего сегодняшнего желания. Всем пока. Всем пока, друзья. Главное, что Диман не умер, а там все норм. Ну что же, ребята, вот пришло время выполнять желание. Вот она, эта смертельная доза. 3 литра молока, вы видите, на своих экранах. Давайте мы их выложим потихонечку, чтобы можно было складывать, если вдруг чего. Также есть чашка, ну и, конечно, ножницы, чтобы можно было все это отрезать. Так, посмотрим, запись-то хоть идет. Да, все отлично, все у нас идет. В принципе, можно начинать. Отрезаем мы первое молоко, первый пакетик. Отлично, все. Первый пакетик у нас готов к принятию вовнутрь. Так, отлично. Ну что же, начнем. Ой, я не ударил. Не ударил. Там не было сказано, какие именно рамки для того, чтобы выпить все это молоко. Поэтому я буду пить, ну как выпью. Но еще прикол в том, что у меня iPad продан, поэтому я пришлось снимать именно на обычную камеру, которая долго не протянет. Поэтому надо побыстрее. Проще будет именно вот так.
Первый пакетик у нас выпит, ребят, осталось еще таких два. Ну, я вам скажу, что после первого пить остальные уже как-то неохота. О, Господи, чем же я подписался на это? Да, блин, режешься ты. Так, отлично. Второй пакетик тоже уже будет скоро готов. Честно сказать, вообще молоко, ребята, я ненавижу. Вот честно ненавижу. Поэтому для меня это очень сложно. И в принципе, давайте посчитаем, сколько же в этом пакетике будет именно такие чашки. Кстати, прививку надо сделать для спасибо Аллаха, поэтому будем по ходу дела все тоже делать, не терять времени, делать, выполнять желание, как раз делать прививку. Первый. Видимо, ребята, всего три таких вот чашки содержат один пакетик, если не ошибаюсь, но проверим. Вообще ничего не ел, кстати, уже практически вечер, специально освободил желудок для этого. Мне кажется, этого будет даже недостаточно для того, чтобы выпить три этих пакетика. Свободного желудка недостаточно. О. Наливаем третью чашку. Ну, я надеюсь, тут всего три получается. И оно вдуло, блин. Нихило. Так, ну он пустой, все, ребята. Второй пакетик ушел. Вообще расскажу ощущения. Вот сейчас я допью этот третий. Ну или шестой стакан, ой, стакан, чашку шестую. Скажу вам тоже, что уже начинает. Микс, ты сволочь. Серьезно. Нужно назад лезть. Третий. Он же последний. Главное, чтобы не упало. Легко.
Да блин, хватит раздеваться. На столе мне еще молока не хватало. Так-то, как так-то я просрал. Так, что-то делаем на превьюху. Да, спасибо, да. Я все выпил, ребята. Вот, посмотрите. Было нормально, все было отлично, все зашибенно. Всем удачи, всем.